В следующем году стоматологическому факультету Казанского национального медицинского университета имени Асфендиярова исполнится 60 лет. На сегодня в состав факультета входит 5 кафедр. Среди них одна из старейших – терапевтическая. Ее открыли в 1962 году. И на протяжении всех этих лет наша кафедра, ведущая из кафедр, потому что кафедра наша выпускает врачей-терапевтов. Они очень востребованы, потому как основные нозологические формы, то есть заболевания, это как раз-таки кариес, пульпит и периодонтиты. Профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой Серик Жолдыбаев окончил Карагандинский государственный медицинский университет, а после решил поступить в аспирантуру в университет имени Асфендиярова. По словам Серика Сабитовича, на кафедре они работают над инновационными методами лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта, пародонта и твердой ткани зубов. Вот начиная еще с 60-х годов профессор Зазулевская, она является основоположником лазерной медицины, разработала и внедрила в практическое здравоохранение новый лазерный аппарат «Ламет», который вот здесь вот представлен у нас в кабинете, с которым мы ознакомливаем студентов, которые занимаются по таким вот нашим разработкам. В данный момент наша кафедра разработала уже более мощные лазерные аппараты, которые препарируют зубы, то есть практически безболезненные. В стадии разработки сейчас находится аппарат для неинвазивного введения лекарственных препаратов, то есть так называемый импульсный электрофорез, говорит Серик Жолдыбаев. Кафедра также занимается разработкой нового физиотерапевтического аппарата, обладающего способностью выявлять кариес на начальной стадии, не когда уже проявляется, а когда даже его симптомов даже не видно. И также этот аппарат может диагностировать или же предположить, будет этот кариес или не будет. Самой молодой на факультете считается кафедра стоматологии детского возраста. В ноябре 2017 года преподаватели и студенты отметили 40-летие со дня ее основания. Наша кафедра обучает студентов 3, 4, 5 курса стоматологического факультета нашего университета по 5 дисциплинам. 8-10 месяцев в год дети уже нуждаются в помощи стоматолога. Поэтому нынешняя стоматология, она имеет очень юных, молодых пациентов. Гульжан Ермуханова сама 35 лет назад окончила этот университет. Свою карьеру она начала с должности стажер-исследователь. Вот уже около 7 лет Гульжан Ермуханова заведующая кафедрой. Я работаю сейчас вместе со многими моими учителями. Я получила очень хорошее образование. Здесь же я стала кандидатом наук, доктором медицинских наук. Жолдыз Благобаева, студентка 4 курса. Обладательница государственного образовательного гранта признается, она мечтала поступить именно в этот медицинский университет. Тут все просто. Как всегда, дело дошло до самой, когда у самой начались проблемы с зубами. И некоторые стоматологи не могли оказать мне должной помощи, к сожалению. И усиленно год занималась по предметам, которые бы позволили мне попасть в данный университет. На факультете стоматологии трудится около 90 преподавателей. И это не только доктора и кандидаты медицинских наук, доценты и профессора. В последнее время преподаватели стали активно привлекать к работе магистрантов и PhD-докторантов. Также, по словам педагогов, у выпускников школ увеличивается интерес к профессии стоматолог. Например, в 2017 году сюда поступило рекордное количество первокурсников. Это порядка 250 человек. Мадина Жалмагамбетова, Стас Фролов, Жанна Кун.